Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. На подсознание окружающих звук «Ц» оказывает подчиняющее воздействие, требующее признания превосходства. Если владелец этого имени будет энергичным, то его планы и реализация идей проектов достигнут желаемого результата. Если эта личность будет проявлять пассивный характер, его жизнь станет обреченной. Таким людям просто необходима постоянная подпитка энергией от окружающих людей. Первые признаки его утухания – вялость и утомленное лицо. В этот момент этого человека просто необходимо взбодрить, иначе он так может остаться самим собой на долгое время. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Мечты этих людей связаны с реальностью. Они не летают в облаках, а напротив, четко планируют и делают тонкие расчеты, позволяющие достигать цели и поддерживать организованность своей жизни. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «С» в этом имени связывает с системизацией, трезвостью, деловитостью и коммерцией. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Отличает этих людей неспособность находиться в одиночестве. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.